А в Абане вновь бойкотируют большого человека, главу района Михаила Кривицкого. На этот раз на протестный митинг вышли депутаты районного совета и представители общественных организаций. С плакатами и лозунгами к площади перед администрацией пришли практически все партии. Они выступают против члена «Единой России», главы района Михаила Кривицкого, который, по мнению собравшихся, погряз в скандалах и не занимается решением проблем жителей. Весной в этот конфликт пришлось вмешаться даже руководителям краевого отделения партии, когда почти 50 членов «Единой России» написали заявление о выходе из партии. Тогда Кривицкий ушел в отставку, но восстановился в должности через суд. Когда вернулся в кресло главы, утверждает в администрации, начал увольнять тех сотрудников, которые выступали против него. Но сейчас грозит роспуском всего депутатского корпуса. Тем временем в сентябре апелляционный суд рассмотрит законность восстановления Кривицкого в должности.